Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Добро пожаловать на наше сегодняшнее расширенное заседание штаба по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Москве. Я хотел бы несколько слов сказать про деятельность штаба. Штаб был создан по результатам встречи, которая прошла 1 февраля, встречи мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина с предпринимательским сообществом. И было выявлено множество вопросов, множество проблем, которые такие межведомственные, непонятно было, как решать. И мэром Москвы было принято решение о создании штаба, который бы являлся таким одним окном для предпринимателей, в который можно было бы обратиться как с проблемами, которые возникают во время работы по взаимоотношениям, в первую очередь, с органами исполнительной власти, так и с системными предложениями по улучшению бизнес-климата в Москве. Что отличает, в общем-то, этот штаб от, наверное, других каких-то такого рода органов? То, что активную работу в его деятельности принимают и общественные организации, это и «Опора России», и «Деловая Россия», и Московская ассоциация предпринимателей и другие, и непосредственно сами предприниматели. И задача, когда мы решаем какие-то системные вопросы, то задача штаба заключается в том, чтобы не просто поставить галочку и сказать, вот там, мы обсудили, какое-то решение нашли, и все, переходим к следующему. А задача заключается в том, чтобы проверить, как это решение работает на практике, убедиться и только тогда уже считать вопрос решенным, убедиться, что оно работает. Вот первым вопросом, который у нас был, это был вопрос подключения к электрическим сетям. Формально мы его решили, сделали памятку, которая упростила жизнь предпринимателям, объяснила, как действовать для, в случае необходимости подключения к электрическим сетям. Но, как выяснили наши коллеги из общественных организаций, сами предприниматели, которые прошлись с этой памяткой по всем этим этапам, выяснилось, что многие этапы, ну, на самом деле не так просты, как описано в этой памятке, есть над чем работать. Поэтому мы не останавливаемся. Сейчас принято решение о том, что для подключения мелкой розницы мы в Центральном округе, благодаря поддержке префектуры, сейчас такой проводим эксперимент, что префектура будет отвечать, нести ответственность за подключение, помогать предпринимателям, брать доверенность от предпринимателей и делать все необходимые действия, проходить все необходимые пути. И будем считать этот вопрос решенным только тогда, когда нам общественные организации скажут, да, все, это заработало. То же касается всех остальных вопросов, которые будут подниматься. Вопросов много. Это и аренда помещений, сложности с арендой, которые возникают у малого бизнеса. Это вопросы размещения рекламы. Ну и все те вопросы, которые будут поступать в дальнейшем. Я бы хотел довести до сведения всех сегодняшних наших участников, что в штаб можно обращаться, есть телефон справочный 957-0510 и адрес электронной почты sos.sobachka.mos.ru. Кроме того, можно писать обращение на адрес Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Предложение хотелось бы видеть в первую очередь системные или описание системных проблем, которые волнуют предпринимателей, для того, чтобы мы их могли вместе обсуждать и находить решения. Кроме того, мы помогаем и будем помогать с решением каких-то конкретных проблем, которые возникают у предпринимателей. Вот за последнее время к нам поступило 40 обращений, 8 из них уже решены, остальные сейчас находятся в работе. Единственное, что хотелось бы, чтобы все понимали, что не все обращения, не со всеми обращениями можем помочь. Зачастую эти обращения касаются взаимоотношений между хозяйственными субъектами, предпринимателей друг с другом. Это за пределами нашей компетенции, здесь мы никак помочь не можем. Все то, что касается с органами исполнительной власти, с официальными структурами, здесь мы готовы всячески подключаться и находить решения. Что касается сегодняшней встречи, то хотелось бы поблагодарить «Опору России» и Главное управление МЧС по городу Москве. Благодаря содействию коллег мы организовали
такую выпустили брошюрку, вот при входе каждый может ее взять. Пожарная безопасность, что нужно знать предпринимателю, чтобы пройти проверку. Здесь та информация, которой зачастую не хватает очень сильно предпринимателям, о том, как, что регулирует деятельность в области безопасности, пожарной безопасности, когда и как могут проводиться проверки, что могут проверяющие требовать, что не могут, какая существует ответственность. И на первой страничке все телефоны, координаты, по которым можно обращаться с вопросами, связанными с деятельностью МЧС Москвы. Я хотел бы передать слово Жаркову Александру Николаевичу, который, как я уже сказал, был одним из организаторов этой встречи. Александр Николаевич – председатель Совета Московского городского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Александр Николаевич, вам слово. Спасибо. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Честно говоря, вы уже сказали практически половину моего выступления, то, о чем хотел сегодня озвучить. Наверное, сегодня у нас будет несколько основополагающих докладов, как со стороны представителей МЧС, так и со стороны представителей бизнес-сообщества. Для максимальной эффективности нашей работы я хотел бы попросить предпринимателей, присутствующих в зале, передавать интересующие и волнующие вопросы в секретариат, вот девушки у нас сидят тут внизу, в письменном виде. Мы обязательно постараемся на них ответить. А если будут какие-то проблемные вопросы частного характера, то либо обращайтесь ко мне, либо я готов взять под личный контроль, вместе с вами обсуждать. Значит, мы вынесли на общественное обсуждение вопросы соблюдения действующего законодательства при проведении проверок уполномоченными службами Главного управления МЧС по городу Москве и проблемы противодействия коррупции, связанные с возникающей, скажем так, при излишнем контроле при проведении данных проверок. Актуальность темы обусловлена определением количества обращений предпринимателей, поступивших к нам в московскую опору, в которых предприниматели просят разъяснить те или иные нормы законодательства, иногда жалуются на излишний формализм со стороны проверяющих органов, а также отсутствие доступной правовой информации, написанной специально для бизнеса, то есть в понятной для простых предпринимателей форме. Московское отделение «Опоры России» систематизировало все поступившие обращения и разработало определенные механизмы защиты прав делового сообщества, о которых я сейчас коротко постараюсь вам рассказать. Уважаемые предприниматели, присутствующие в зале, понятно, что вы не можете, наверное, в какой-то степени не должны знать различных нормативных нюансов и правовых аспектов частной деятельности проверок со стороны представителей МЧС. Это иной раз достаточно сложно, да и элементарно времени при ведении бизнеса зачастую на это не хватает, потому что приходится тратить все 24 часа своего времени там, на развитие бизнеса. Именно поэтому, чтобы во многом облегчить вашу работу, мы совместно с штабом по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в городе Москве стали личным МЧС и выпустили правовую памятку издания, о котором уже говорил Алексей Геннадьевич. Хотел бы вам сказать, что в этом издании достаточно подробно изложены все вопросы, которые возникают при проверках. И что интересно, здесь практически даны все прямые телефоны окружных руководителей управления МЧС по городу Москве. То есть при каких-то сомнительных вопросах, которые возникают при проверках, вы можете к ним обращаться. Даже, я бы сказал, не можете, а обязаны к ним обращаться за разъяснениями. Это первое. В этой брошюре указано, как и классификация штрафных санкций, в общем, что немаловажно, и вообще общая форма взаимодействия с МЧС. Уверен, что это издание отчасти поможет вам в решении существующих вопросов, да и в целом положит, наверное, хорошей правовой помощи в будущем и повышению правовой грамотности предпринимателя при проверках. Есть еще один немаловажный момент. В настоящее время Московским отделением «Опоры России» достигнута договоренность с управлением МЧС по городу Москве. Как вы видите, наша совместная работа уже складывается достаточно эффективно. Хотя бы поводом является тот факт, что сегодня мы с вами в этом зале, и все представители и руководители окружных отделений МЧС здесь. Это еще раз подтверждает об открытости к взаимодействию представителей МЧС по городу Москве с предпринимателями.
Хочу сказать, что МЧС нас слышит, и мы уже договорились о совместном мониторинге ситуации. Готовы продолжать выпускать информационно-разъяснительную и правовую литературу, проводить горячие линии для предпринимателей, а также намерены в ближайшее время организовать серию окружных специализированных семинаров с участием окружных руководителей и префектур округов города Москвы. На всякий случай повторю, телефон горячей линии московской опоры, по которому вы можете обратиться со всеми вопросами, которые вас интересуют, это 8-495-973-51-52. Всегда вы можете там обратиться. У нас есть на телефоне всегда какие-то представители нашей организации, и подъехать и вас проконсультируют по тем или иным вопросам. Конечно, хотел поблагодарить Алексея Геннадьевича Комиссарова, который, наверное, делает непростую работу. Все-таки штаб... Мы очень приветствуем, в общем, создание штаба по защите законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в городе Москве, который он возглавляет. И очень рады, что мы можем поднять на площадке это все те вопросы, которые вас интересуют. Еще раз, пользуясь случаем, хотел призвать вас к некой активности и выносить системные вопросы, которые вас волнуют. Мы готовы ваши вопросы озвучивать на этом штабе. А также, пользуясь случаем, хотелось поблагодарить Алексея Валентиновича Бирюкова, все-таки представителя префектуры Центрального округа. Что удивительно, это одна из тех префектур, которые наиболее открыто взаимодействуют с предпринимателями. И всегда с нами вместе принимают участие в различных общественных мероприятиях. Это важно. Наверное, основная вещь, которую я сказал, все, а дальше хотелось бы призвать вас к активности и в секретариат все-таки передавать вопросы, чтобы в конце всех наших выступлений мы смогли на них ответить. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Я хотел бы передать слово Алексею Валентиновичу Бирюкову от имени префектуры Центрального округа. Скажите несколько слов. Алексей Геннадьевич, спасибо большое. Я просто хотел сказать несколько слов по теме нашего сегодняшнего собрания. Ну, вы знаете, что у нас 1 марта этого года уже здесь же, значит, прошел такой совет, который мы провели совместно с Департаментом науки и промышленной политики и предпринимательства, значит, Московским антикоррупционным комитетом при Московской торгово-промышленной палате, Московской опорой России, территориальным нашим управлением Роспотребнадзора по Москве, управлением ГУЧС, была депутат Светенко Ирина Юрьевна. Мы провели уже в Центральном доме предпринимателя как бы совещание по похожей теме, потому что считаем, что оно очень важно. Да, что бы я хотел сказать. Вы знаете, в настоящее время, в соответствии с протоколом номер 21 Президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции в префектуре Центрального округа в прошлом году, мы утвердили кодекс этики и служебного поведения государственных служащих префектуры ЦАО. Кодекс представляет собой это свод общих правил, которые должны руководствоваться все государственные служащие. Это кодекс профессиональной этики и основных правил служебного поведения. Вот. И одной из основных задач, которую мы себе видим при реализации вот этой задачи антикоррупционной, которая очень важна, мы считаем задачу по коренному такому перелому общественного сознания и формирования вот в обществе именно жесткой атмосферы непринятия коррупции. Какие пути мы намечаем? Ну, у нас ведется планомерное повышение правовой культуры населения. У нас в нашем центре, про который я расскажу чуть дальше, значит, проводится бесплатная юридическая помощь как жителям округа, так и субъектам малого и среднего бизнеса. Ну и вторая такая, значит, достижение максимальной прозрачности предоставления государственных услуг. У нас с 2008 года в префектуре ЦАО, как вы знаете, действует многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Когда мы его создавали, мы определили себе такие заинтересованные стороны создания этого центра. И вот одним из таких заинтересованных сторон, ну, держателей интересов, является для нас именно вот предпринимательское сообщество. Потому что мы рассматриваем предпринимателей как вот наших партнеров в частно-государственном таком партнерстве. Почему партнеров? Потому что
Ну, во-первых, от предпринимателей не то, что платят там налоги и создают рабочие места, но во многом от деятельности, так сказать, нашего предпринимательского сообщества зависит и социальная напряженность в округе, но и другие вопросы. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы данная работа, она по предоставлению государственных услуг, она была наиболее прозрачной. Ну, в двух словах я просто расскажу, почему. Ну, раньше было как? Вот вы обращаетесь с каким-то письмом, и вам сразу, значит, какой-то наш сотрудник пишет, сразу нет. Сразу нет, потом спрашиваешь, а почему нет? Он говорит, ну, вот здесь нет согласования там природы, памятников или чего-то еще. Значит, я задаю вопрос, ну хорошо, ну нет природы памятников, но вы дайте хотя бы человеку статус, обратившемуся статус какого-то, ну, партнера вашего уже, например, там при получении какого-то там решения МВК, то чтобы он получил первый такой документ, что мы не возражаем при условии там чего-то того-то. А то получалось как, что он приходит там, например, там в памятники или в пожарную охрану, и ему говорит, вы знаешь, сначала иди в префектуру ЦАО, пускай они тебя согласуют. Значит, у нас говорили, идите в пожарную охрану, и все, получался замкнутый круг. Но вот мы постараемся, чтобы такого больше не было, чтобы в этом нашем многофункциональном центре вы получали государственные, не только государственные услуги, но и консультации по любым интересующим вас вопросам. Мы будем принимать ваши обращения, как вот и по вашим, может, каким-то проблемам, связанным с ГОЧС и с Роспотребнадзором, может быть, каким-то излишним проверкам вашей деятельности. Поэтому центр у нас открыт, он большой, просторный, действует, поэтому мы всегда вас там ждем. У меня все. Спасибо большое. Я хотел бы передать слово Аникееву Сергею Владимировичу, заместителю начальника Главного управления МЧС России по городу Москве. И прежде чем передам слово, буквально короткий комментарий по поводу того, что вот с моей точки зрения, причем не с чиновничьей, а с предпринимательской, потому что я до этого долго занимался бизнесом, на самом деле ситуация в последние годы с МЧС стала значительно лучше в плане открытости, в плане взаимодействия, в плане доступа, доступности информации. Потому что я вспоминаю, что было там в начале 90-х, в середине 90-х, даже в конце 90-х, это, в общем, совсем другая история была. И хотел бы поблагодарить наших коллег из Главного управления МЧС России по Москве. И, Сергей Владимирович, расскажите о ситуации с вашей точки зрения, какие основные вопросы, проблемы существуют. Спасибо. Спасибо, Алексей Геннадьевич, за высокую оценку нашего скромного труда. Мы будем работать еще лучше, для того, чтобы избежать и меньше жалоб, и для того, чтобы еще более комфортно работал малый, средний и крупный бизнес на территории города Москвы. Ну, тема действительно актуальная, тема, которая обсуждается нами в этом здании не первый раз, и я отдельных вижу также в этом зале не первый раз, поскольку мы с вами встречаемся постоянно. Значит, и данная тема звучит у нас, и она очень актуальна, и может быть еще и потому, что мы совместно вот проводим эти мероприятия, поэтому у нас вот так вот получается, что не совсем, в общем-то, все плохо. Значит, хотел бы я довести до вашего сведения ту информацию, которую мы подготовили, значит, показать, что мы делаем на пути преодоления административных барьеров с тем, чтобы бизнес на территории города Москвы чувствовал себя комфортно, и при этом, чтобы вы, соответственно, ваши сотрудники и граждане Российской Федерации чувствовали себя безопасно. Вот основная задача наша именно в этом и заключается. Итак, из законодательства о пожарной безопасности несколько лет назад было исключено требование о взимании 0,5% от общей стоимости строительства на нужды пожарной охраны. Если вы знаете, кто работал в строительном бизнесе, 0,5%, прежде чем построить или даже разработать проектно-сметную документацию, строители должны были заплатить. Это теперь на сегодняшний день не существует.
С 1 января 2007 года государственный пожарный надзор не принимает участие в выборе земельных участков под строительство, не контролирует проектно-сметную документацию, не ведет контроль в сфере градостроительства и не участвует в приемке объектов в эксплуатацию. Ну, плохо это или хорошо, жизнь покажет, но тем не менее, с января 2007 года мы этим вопросом не занимаемся. На территории города Москвы проектно-сметную документацию рассматривает Мосгорэкспертиза, а ведет надзор в области строительства и принимает в объекты в эксплуатацию Мостройнадзор. МЧС России также полностью ликвидировал такой источник внебюджетного финансирования, как фонды пожарной безопасности. Ну, ясное дело, что одним из криминогенных факторов являлись эти фонды. Возможно, в той или иной степени, там, где работали нерадивые руководители, значит, на сегодняшний день этого нет, и как класс с этим покончено. В марте 2003 года нашим сотрудникам запрещено участвовать в приемке систем автоматической пожарной сигнализации. Сейчас МЧС вообще не ведет контроль за этим видом на этом этапе. То есть, если вам необходимо обеспечить ваше помещение или здание сигнализации, либо системами жизнеобеспечения, это и системы дымоудаления, это подпора воздуха, это и активное пожаротушение, вы заходите на сайт, и, пожалуйста, любая организация, которая вам подходит по ценовой политике, подходит по качеству, вы можете ее, соответственно, пригласить и никому не сдавать. То есть вот это существует. С июля 2005 года также значительно сократилось число лицензируемых видов деятельности, по которым Госпожнадзор выдавал заключение о соответствии объектов требованиям пожарной безопасности. Вы помните, что вам необходимо было раз в год или раз в три года обращаться в органы Госпожнадзора для того, чтобы получить заключение на тот или иной вид деятельности. Сейчас этого тоже нет. Осталось, что образовательное, а также производство и оптовая торговля алкоголя. Ну, я хочу сразу сказать, что и этот вид деятельности, скорее всего, в 2012 году уйдет, и поэтому не будет. Следующее. В 2011 году мэром Москвы подписан разработанный по нашей инициативе закон города Москвы, которым отменена выдача заключения пожарной безопасности объектов розничной реализации алкогольной продукции. То есть раньше любой ресторан, любое кафе, магазин обязаны были обратиться к нам для того, чтобы также получить заключение. Вы шли в департамент торговли и услуг, соответственно, со всем этим пакетом документов и также получали там лицензию. Сейчас мы от этих заключений в одностороннем порядке, по нашей инициативе, по инициативе руководства МЧС, ушли от этого. Поэтому я считаю, что мы сделали еще один шаг вперед по пути развития бизнеса. Из 8 видов деятельности, по которым лицензии выдавались МЧС, осталось только 2. Это деятельность по тушению пожаров и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности. Ну, несколько узкий вопрос, касаемый исключительно нашей сферы. Это автоматическая пожарная сигнализация, система пожаротушения и тушение. То есть в лесах, тушение в городах, это создание пожарной охраны. Но, тем не менее, в качестве информации для вас я это довожу. Изданы также нормативные правовые акты Министерства по организации системы независимой оценки рисков, так называемого пожарного риска. Ну, что это, я объяснять не буду, вам всем известно. С мая 2009 года вступил в силу технический регламент о требованиях пожарной безопасности, который издан для наведения порядка в обилии нормативных актов. Их было более 2000, вот представьте, всевозможные правила, СНИПы и так далее. Все это объединил 123 закон, значит, и сейчас они реализованы именно там. Они содержали свыше 150 тысяч различных требований, зачастую которые либо противоречили, либо дублировали друг друга, тем самым вызывали большую сложность в работе предпринимателей, ну и самих контролирующих органов. Технический регламент устранил эту ситуацию, значительно сузил поле для возможных злоупотреблений, ну и в нем определены
ключевое положение, снижающее административный пресс на предпринимательское сообщество. Собственнику объекта предоставлено право выбора способа выполнения требований закона с учетом безусловного обеспечения безопасности людей и, соответственно, предотвращения вреда третьим лицам. То есть собственник либо выполняет обязательные требования пожарной безопасности, и тогда нет необходимости расчета уровня пожарного риска, либо он защищает объект на основе расчетных методов и, соответственно, обеспечивает приемлемый уровень риска. Наряду с привычной всем формой оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности, техническим регламентом вводится еще 8 форм. Это аккредитация, независимая оценка пожарного риска или аудит пожарной безопасности. Ну, я приведу пример. Если, допустим, вы в какой-то организации или фирме, опять же таки, выйдя на сайт, заказываете проведение аудита пожарной безопасности, то в этом случае мы проверку данного объекта не осуществляем, то есть даже не планируем ее. У нас существует административный регламент, статьей 25 это определено. То есть если инспектор пришел, вы ему показываете, соответственно, все вот эти вот на заключительном этапе документы, значит, мы, соответственно, данный объект не планируем, не проверяем в рамках 294 закона, в том числе в течение 3 лет. В рамках реализации положений также созданы национальные стандарты по пожарной безопасности с общими техническими требованиями, методиками испытаний продукции строительных конструкций. Также в развитии данного закона разработаны своды правил пожарной безопасности, причем добровольного применения, в которых изложены требования к эвакуации людей, предотвращению, ограничению, распространению пожара, ну и созданию условий для, соответственно, его тушения. Все эти документы прошли максимально широкое общественное обсуждение. При этом разработки были учтены предложения бизнес-сообществом. То есть шло обсуждение, прежде чем их принимать. Помимо этого, на официальном сайте МЧС уже более 2 лет работает горячая интернет-линия по разъяснению нюансов в сфере технического регулирования пожарной безопасности, по которой пользователи задают интересующие вопросы. Их возникает довольно-таки много. Москва – самый активный регион, самый активный из субъектов Российской Федерации. И вот на недавнем координационном совете, который прошел у нас, это было отражено. Именно в Москве наиболее активная часть руководителей малого и среднего бизнеса обращается именно с данными вопросами. В нашем главном управлении также создана горячая линия. Вот. Телефоны эти есть, 244-8354, кому интересно, я могу повторить. Режим с 9 до 17 часов ежедневно мы работаем. Согласно также проводимой политике проводится работа по интеграции нашей службы в электронный документооборот. В ближайшей перспективе все государственные услуги будут осуществляться в электронном виде. В настоящее время соответствующие административные регламенты уже перерабатываются с учетом возможности работы в рамках электронного правительства. Сведения о местонахождении, контактах, телефонах органов ГПН размещены также на официальном сайте МЧС в рубрике «Главное управление». Наши сотрудники осуществляют прием граждан не реже 2 раз в неделю из расчета 4 часа в день. По-прежнему в круглосуточном режиме работает телефон доверия главного управления, по которому можно сообщить о нарушениях требований пожарной безопасности, а также неправомерных действиях должностных лиц государственного пожарного надзора. Ну и вот в этой брошюре мы опубликовали номера телефонов, соответственно, окружных региональных отделов госпожнадзора с тем, чтобы в том или ином случае вы в любой день могли обратиться по тому или иному вопросу. Мало того, значит, мы буквально 2 недели назад вышли с открытым обращением бизнес-сообщества к малому и среднему бизнесу с тем, чтобы вы обращались к нам, к руководителям, и дали также телефоны даже начальников региональных отделов госпожнадзора с тем, чтобы, если, допустим, вы усматриваете какие-то противоправные действия в работе наших сотрудников, вы могли в течение дня или после ухода инспектора обратиться к нам
чтобы мы либо просто переговорили, либо, значит, пришли к вам на помощь. Ну что, по поводу 294-го закона. С момента вступления его в силу количество проводимых нами проверок снижается, и об этом говорит статистика. Если в прошлом году было проверок, условно говоря, 100%, то или позапрошлом, то в прошлом году их уже на 10% меньше. На 6% меньше составлено административных протоколов на юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности. На 8% выдано меньше предписаний. Почти в два раза меньше направлено в суды материалов для принятия решения о приостановке в деятельности. 912 в 2010 году. Теперь я хотел бы кратко остановиться на основных законодательных нововведениях, вступивших в силу буквально несколько месяцев назад. Одновременно со снижением государственного вмешательства в повседневную работу хозяйствующих субъектов вполне логично выглядят шаги по усилению ответственности за нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности. И вы знаете, что 69-м законом, статьей 37, 69-й закон о пожарной безопасности, персональная ответственность за состояние объекта по пожарной безопасности, независимо от его форм собственности, возлагается на руководителя. Так вот, изменения в административный кодекс, внесенные федеральным законом от 3 июня текущего года, номер 120, значительно усилили наказание за нарушение требований пожарной безопасности. Но это сделано после тех резонансных пожаров, которые произошли, вы знаете, в Перми, где была массовая гибель людей в кафе, в других местах, на социально значимых объектах. Ну, государство приняло такое решение. Начиная с момента вступления изменений в силу, а именно с 17 июня прошлого года, увеличилось количество заявлений от юридических лиц в арбитражный суд Москвы по обжалованию наказания в виде штрафа, назначенных госинспекторами по пожарному надзору. Так, если в первом полугодии 2011 года таких заявлений было подано только 3, то во втором полугодии прошлого подано 69, а за первый квартал текущего года уже порядка 40. Вот растут цифры. Вспоминая, что незнание закона не освобождает от ответственности, я хотел бы сказать, что всю необходимую информацию, связанную в том числе с организацией и проведением проверок, вы можете найти также на нашем сайте в разделе «Законодательство». Что касается федерального закона от 18 июля прошлого года 242, значит, внесены изменения в 294 закон. Они установили ряд особенностей осуществления надзора и имеют важное значение в плане регламентации наших надзорных процедур. Ну, вот кратко. Введены новые основания для проведения внеплановых проверок, для вас это актуально. Установление особого противопожарного режима на соответствующей территории, ну он когда устанавливается, в жаркую погоду, допустим, в том или ином субъекте Российской Федерации. Ну скажем, по 2010 году в Нижегородской области был установлен противопожарный режим. И если бы перенести его на 2012 год, то за каждый пожар, который происходил на том или ином объекте, штрафные санкции достигали бы 500 тысяч рублей. Вот. Кроме этого, требования прокурора, на основании чего проводятся внеплановые проверки, а также поступление сведений о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства. Внеплановые проверки осуществляются по обращениям и заявлениям и будут проводиться не по согласованию с прокуратурой, а лишь с извещением прокурора. При этом нашим министерством ужесточение ответственности за правонарушение в закрепленной сфере не рассматривается как самоцель. Мы не карательный орган, мы орган, который идет на помощь вам, руководителям объектов, для того, чтобы привести в пожаробезопасное состояние здания, для того, чтобы обеспечить прежде всего комфортные условия для жизни и здоровья наших граждан. Именно поэтому сотрудничество МЧС России с бизнес-сообществом по снятию избыточных барьеров организовано и проводится на постоянной основе. Немаловажный вопрос нашей деятельности – это профилактика коррупционных проявлений. Нашим государством наступательно реализуется политика искоренения коррупции во всех сферах своей деятельности. Данная работа признана у нас приоритетной.
Уже принят ряд нормативно-правовых актов. По вопросам борьбы с коррупцией ряд документов планируется принять в ближайшее время. С нашей стороны также разработан, ежедневно реализуется комплекс мер, направленных на профилактику этих проявлений. Обстоятельства каждого случая задержания наших сотрудников рассматриваются на общегородских совещаниях с целью исключения провокационных действий в отношении сотрудников в надзорных подразделениях. Оборудованы специальные комнаты для приема посетителей, которые обеспечены аудио- и видеозаписью. В каждом подразделении на видных местах размещены стенды с информацией. Широко используется информация, имеющаяся в обращениях граждан, а также поступающая на телефоны доверия. С давно пребывающими сотрудниками, это специалисты, заканчивающие высшее, среднее, специальное заведение, мы закрепляем наиболее подготовленных офицеров деятельности, руководителей всех уровней, ориентированы на выявление сотрудников, склонных к злоупотреблениям. Только в прошлом году было выявлено и уволено со службы 19 нерадивых сотрудников. Теперь каждый выход на объект проводится не только инспектором, но выходит с ним либо начальник, либо заместитель начальника. Ну и все дела об административных правонарушениях рассматривает начальник или его заместитель. Контактная информация руководителя надзорных органов также размещена на сайте. Ну и по всем вот этим моментам, еще раз обращаюсь к вам, вы можете обращаться как к руководству главного управления, так и в округа. То есть эта работа у нас признана приоритетной. Поэтому, если мы, уважаемые коллеги, с вами будем работать совместно, если хотя бы раз в квартал или раз в полугодие мы будем с вами общаться вот в таком режиме на городском уровне, либо на окружном уровне, я думаю, что у нас с вами проблем вообще не будет. С моей точки зрения, я работаю довольно-таки давно, чисто практически в данной области. Если мы будем понимать друг друга, если вы будете прежде всего обеспечивать безопасность и поймете, что собственная безопасность – это превыше всего, если это станет нормой жизни, то проблем, я считаю, у нас с вами не будет. Я желаю всем удачи. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Здесь прозвучало несколько раз то, что Главное управление МЧС по Москве не враги предпринимателей, а помощники, не контролирующие органы, да, а структура, которая помогает, в общем, защитить жизнь и здоровье. Все это, безусловно, так, но зачастую предприниматели сталкиваются с другими ситуациями. Я думаю, что мы в конце, после всех выступлений, это обсудим. Но в то же время, безусловно, тут важно соблюсти баланс между избыточным контролем и административными барьерами и соблюдением безопасности, в данном случае пожарной. И я хочу попросить Найденкова Олега Николаевича, начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Москве, поделиться информацией по одному из резонансных дел. Вот Сергей Владимирович говорил, что такие дела существуют, по взрыву газового баллона в ресторане, про который все, наверное, здесь присутствующие слышали. Олег Николаевич, расскажите, что там, как было? Спасибо, Алексей Геннадьевич. Уважаемые участники расширенного штаба, недавний взрыв газовых баллонов в ресторане «Эльпитория» в городе Москве, это Нахимовский проспект, дом 45, строение 1, юго-западный округ, скрыл проблемные вопросы контроля за безопасной эксплуатацией газового оборудования в жилых и нежилых помещениях, в том числе на объектах общественного питания, а также безответственного отношения руководства к соблюдению правил безопасной эксплуатации газобаллонных установок. Кратко остановлюсь на обстоятельствах этой трагедии. На указанном объекте в результате взрыва двух бытовых 50-литровых газовых баллонов произошло нарушение ценности перекрытия перегородок, разрушение остекления с последующим горением. Причиной взрыва послужило воздействие на металлический корпус баллона постороннего источника нагрева – тепловой пушки. Предполагается, что в результате нагрева произошло увеличение внутрибаллонного давления, что привело к нарушению целостности корпуса, последующему вытеканию сжиженного газа, образованию газовоздушной смеси, распространению в объем первого этажа здания и его воспламенению. Взрыв второго баллона произошел от воздействия пламени пожара.
К месту нахождения второго баллона подводились гибкие металлические газовые шланги, которые были проложены между наружной кирпичной стеной и гипсокартонными листами. Они подводились по временной схеме к профессиональному кухонному оборудованию для приготовления пищи. Это газовый гриль и ванна для варения макаронных изделий. В результате взрыва 2 человека погибли и 41 получили травмы. В настоящее время на лечении в больницах города Москвы находится 12 человек. По факту взрыва и пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 Кодекса Российской Федерации, это нарушение требований пожарной безопасности. И по пункту А части 2 статьи 238 производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. 18 января 2012 года генеральному директору ресторана официально предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям. Санкции данных статей предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет. Сейчас генеральный директор ресторана находится в следственном изоляторе. Также в качестве характерных примеров хочу привести подобные взрывы, происшедшие с начала этого года в Российской Федерации. 14 февраля в кафе «Баладжо» в Волгограде. В результате взрыва и пожара пострадали 23 человека от ожогов различной степени тяжести, а также повреждения получили 7 квартир, находящихся в здании. 20 февраля в пекарне военного городка «Горки-25» в Дмитровском районе Московской области, в результате которого погибли 2 человека и более десятки получили травмы. 2 февраля в ресторане «Харбин», это Санкт-Петербург, пострадало 12 человек, двое из которых были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Сгорел сам ресторан, а также подвальное помещение и одна из квартир дома. Были повреждены 4 автомобиля, припаркованы рядом с зданием. Теперь я бы хотел остановиться на отдельных аспектах правового и технического регулирования данной области. На федеральном уровне функция осуществления надзора за безопасную эксплуатацию сосудов под давлением, в том числе газовых баллонов, возложена на Ростехнадзор, которым утверждены правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. За нарушение настоящих правил предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На федеральном уровне также утвержден свод правил газораспределительной системы, в соответствии с которым определены требования к индивидуальным баллонным установкам, это до 2 баллонов, в соответствии с которым индивидуальные баллонные установки следует размещать как снаружи, так и внутри здания. Допускается размещение баллонов объемом не более 50 литров в квартирах жилого здания, не более 1 баллона в квартире, высотой не более 2 этажей. Это без подвальных и цокольных, без цокольных и подвальных этажей. Индивидуальные баллонные установки следует размещать снаружи на расстоянии не менее 0,5 метров от оконных проемов и 1 метр от дверных проемов первого этажа, не менее 3 метров от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев. Не допускается размещение баллонной установки у аварийных выходов со стороны главных фасадов здания. Баллон следует размещать на расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты и 1 метра от отопительных приборов. При установке баллона вне помещения его следует защищать от повреждения транспортом и нагрева свыше 45 градусов по Цельсию. Не допускается установка баллонов в жилых комнатах и коридорах, в цокольных и подвальных помещениях и чердаках, в помещениях, расположенных под и над обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, аудиториями и учебными классами, зрительными актовыми залами зданий, больничными палатами и тому подобное, в помещениях без естественного освещения. Однако Ростехнадзор осуществляет надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке оборудования, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах. Надзор за бытовым использование газобаллонных установок менее 2 баллонов в компетенцию проверок Ростехнадзора не входят. На уровне города Москвы в настоящее время действует постановление правительства Москвы от 13 июня 2000 года номер 448 об утверждении нормативного в Москве
норматива Москвы, определяющие правила размещения, технического обслуживания и безопасного использования газобаллонных установок на объектах потребительского рынка. Настоящий норматив устанавливает, как я сказал, правила размещения технического обслуживания и безопасного использования газобаллонных установок на объектах потребительского рынка, обязательные для всех хозяйствующих субъектов, независимо от принадлежности и форм собственности, использующих такие установки на объектах потребительского рынка или осуществляющих монтаж, ремонт или техническое обслуживание. Статьями 11.11, 11.12 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях за самовольное размещение и или использование газобаллонных установок на объектах потребительского рынка, а также нарушение нормативов по размещению, техническому обслуживанию и безопасному использованию газобаллонных установок на объектах потребительского рынка предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 16.5 части 3 пункта 16 указанного кодекса протоколы за данное нарушение вправе составлять уполномоченные правительством Москвы органы государственного контроля за использованием газобаллонных установок на объектах потребительского рынка. Однако до настоящего времени соответствующий надзорный орган правовым документам городского правительства не определен. Проведенный анализ пожаров показал, что в ряде случаев наиболее серьезные последствия – это массовая гибель и травмирование людей, крупный материальный ущерб – возникают в результате пожаров и других чрезвычайных ситуаций именно на объектах общественного питания и культурно-досуговой деятельности. Это ночные клубы, дискотеки, рестораны, кафе, бары и так далее, где в целях экономии зачастую используют газобаллонное оборудование. Проблемы безопасности на объектах указанной категории не могут быть решены в комплексе без надлежащего системности и контроля не только с нашей стороны, но и, что не менее важно, со стороны соответствующих контролирующих организаций. Учитывая изложенное нами на специальном заседании Московской городской думы 27 января этого года, предложено подготовить проект правового акта правительства Москвы, определяющего орган государственного контроля, уполномоченного на проведение надзора за соблюдением нормативов при использовании газобаллонных установок на объектах потребительского рынка. В настоящее время данная работа проводится. Уверен, что разрабатываемый комплекс мер позволит исключить подобные чрезвычайные ситуации в будущем, а также минимизировать их последствия. Ну а руководителям объектов я бы вот хотел бы обратить внимание, хотя как бы отсутствует пока орган, уполномоченный на контроль за эксплуатацией газобаллонных установок, все равно помнить о том, что ответственность за их ненадлежащую эксплуатацию или использование этих газобаллонных установок с нарушением требований этих правил и федеральных правил лежит непосредственно на руководителя. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Николаевич. Я хотел бы передать слово эксперту Московского отделения опоры России по вопросам противопожарной безопасности Кашубе Денису Михайловичу. Денис Михайлович, пожалуйста, так понимаю, что вы не понаслышке знаете о всех проблемах, которые есть у предпринимателей в этой передовой. День добрый. Я хотел бы сказать несколько слов в продолжении методического пособия. Его цель не просто объяснить вам, как пройти проверку, а как бы это высокопарно ни звучало, все-таки сберечь жизни, как со стороны МЧС, так и со стороны, скажем так, ваших посетителей и ваших клиентов. В этом методическом пособии описано, что вы должны делать, описаны примеры, которые чаще всего встречаются, описаны глупые вопросы, не очень глупые вопросы, и описана система штрафов. То есть что, за что, что вам будет, в общем, если говорить простым языком. Также оно вам поможет в решении вопросов текущих. Я бы хотел сказать вам следующее, что если вы соблюдаете нормы минимально, и те, которые вы должны соблюдать, вы защищаете свой бизнес в первую очередь. Потому что, как говорилось выше, происходит пожар, не дай бог, нет бизнеса, вы под следствием, пожарные рискуют своей жизнью. Хотелось бы отдельное внимание уделить вашим сотрудникам, потому что я понимаю, что не каждый начальник занимается развитием того или иного направления или того или иного объекта, чем бы он ни был. Требуйте, будьте бдительны, проводите реальное обучение, проводите
реальное ознакомление с ситуацией, требуйте, спрашивайте. Потому что зачастую, как подрядчики ведут себя не очень корректно, которые выполняют вам те или иные услуги в области пожарной безопасности, так и ваши же сотрудники. Я хотел бы вас призвать, чтобы ваш журнал технического обслуживания вашего объекта не был простой формальностью. Я вас могу, хотел бы призвать, чтобы система работала у вас громко. Потому что я напомню о неком случае, который был несколько лет назад в городе Владивостоке, когда люди сидели в Сбербанке, может быть, кто-то из вас об этом пожаре слышал, слышали сирену и просто вовремя не ушли. Были жертвы. Поэтому кратко защищайте себя, защищайте своих людей и выполняйте требования, потому что на начальных этапах, я смею вас уверить, это недорого. Спасибо. Спасибо большое. И последнее запланированное у нас на сегодня выступление, после этого мы перейдем к такой более, может быть, активной фазе вопросов и ответов. Колесников Дмитрий Васильевич, заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Москве. Уважаемые коллеги, организация надзора за соблюдением требований в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы государственных надзоров МЧС России, которая направлена на реализацию требований законодательства в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также соответствующих нормативных правовых актов правительства Российской Федерации, города Москвы и нашего министерства. При этом особенностью осуществления мероприятий по государственному надзору является отнесение территории города Москвы к особой группе территорий по гражданской обороне. В связи с этим наша деятельность сосредоточена на реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций как в военное, так и в мирное время. Предметом надзорной деятельности является проверка соблюдения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами и гражданами, мероприятий и требований в области гражданской обороны, требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций, предупреждение чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, а также мероприятий по обеспечению готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Деятельность системы государственных надзоров МЧС России координирует главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Кирилл Геннадий Николаевич. В своем выступлении я хотел кратко остановиться на тех требованиях, которые мы предъявляем в ходе мероприятий по надзору, но в качестве предложения, может быть, стоит издать соответствующую брошюрку, в которой точно так же описать все вопросы, касающиеся проверок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Их достаточно много. Сейчас я хотел бы остановиться только на тех санкциях, которые установлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Хочу сказать, что основное отличие мероприятий по надзору в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от пожарного надзора – все дела об административных правонарушениях рассматриваются судебными органами. Итак, за нарушение требований в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций предусмотрено три статьи. Статья 26, часть 1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований, норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного и социального назначения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 200 тысяч. Вторая часть этой статьи. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайной ситуации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч. Следующая статья 20.7, часть 1.
невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий правил эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использование и содержание систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч. И вторая часть этой же статьи – невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч и на юридических от 100 до 200 тысяч. И третья статья, которая вступила в силу и которой мы руководствуемся с 1 апреля текущего года, статья 9.19, она касается эксплуатации опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию опасного объекта, в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности. Нарушение по данным направлениям влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 и на юридических от 300 до 500 тысяч рублей. Дела об административных правонарушениях по данной статье рассматриваются Ростехнадзором. Соответствующие указания, значит, мы получили и по линии министерства, и в рамках нашего взаимодействия с Ростехнадзором в Москве. В заключение своего доклада хочу отметить, что мероприятия по надзору в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций проводятся и осуществляются в полном соответствии с требованиями Федерального закона о защите прав юридических лиц, 294-й федеральный закон. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Да. У меня предложение следующее. У нас поступило довольно много записок с вопросами. Наверное, мы начнем отвечать на вопрос, поступивший в письменном виде. Если у кого-то есть, кто-то хочет задать вопрос устно, пожалуйста, поднимайте руку и задавайте тоже вопрос. Сейчас мы давайте начнем с письменных. Больше всего вопросов поступило Сергею Владимировичу, что неудивительно. Спасибо. Так что, Сергей Владимирович, если можно, коротко. Давай сразу. Хорошо, сразу вот мы специалисту дадим слово в области гражданской обороны и защиты от ЧС. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, поступил вопрос. Потому что эта тема очень серьезная. Не случайно мы пригласили Дмитрия Васильевича для того, чтобы мы ее озвучили. Почему? Потому что, ну, понятно, пожарная безопасность для всех. Но непонятно, что такое гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций. То есть какие требования, какие нормативы, какие со стороны инспектора мероприятия предлагаются вам. Поэтому вот, если кто внимательно слушал, что-то понял. Если нет, значит, задавайте вопросы. Пожалуйста. Аварийный комплект документации объекта обязателен для торговых комплексов. Вопрос. Дело в том, что в соответствии с федеральными нормами аварийные комплекты документации должны быть разработаны и созданы на потенциально опасных объектах. В городе Москве данное требование было расширено в свое время, значит, были подготовлены и утверждены постановлением правительства Москвы критерии, которым, если объект отвечает к этим критериям, как правило, эти критерии связаны были с численностью, с площадью объекта, значит, данный объект должен разрабатывать аварийный комплект документации. Вместе с тем, конкретно торговый центр, о котором речь идет, он должен быть в соответствующем перечне, который утвержден постановлением правительства Москвы. Поэтому, если вам в ходе мероприятия по надзору предъявляют требования по разработке аварийного комплекта документации, требуйте, чтобы вам был представлен нормативный документ правительства Москвы о том, что конкретный торговый центр включен в соответствующий перечень. Если это не сделано, то оснований для разработки аварийного комплекта документации на таком торговом центре нет. Если что-то еще есть какое-то? Что? Ну, я, честно говоря, не могу никак прокомментировать этот вопрос. Дело в том, что вся документация, которая идет по линии гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, во всех наших нормативных документах указано везде, что эту документацию разрабатывает администрация объекта. Вы знаете, значит, есть соответствующие, значит, ГОСТы по оформлению рабочей
рабочей документации, чертежной документации и так далее. Давайте мы, может быть, к конкретному случаю, так сказать, посмотрим, кто кем выдан, значит, данный. Значит, если данный торговый центр включен в перечень, который утвержден постановлением правительства Москвы, и на данном объекте не разработан аварийный комплект документации, не произошло микрофильмирование этого комплекта документации, не переданы материалы, значит, на ЦУКС МЧС России по городу Москве, то, значит, ответственность предусматривается на должностное юридическое лицо. Значит, давайте так договоримся. Значит, существует тысячи организаций, которые работают в области ГОЧС, и в том числе пожарной безопасности. И вы вправе на тендерной основе выбрать любую из них, пригласить к себе, выбрать любую из них. Значит, если у вас что-то не получается, мы же не случайно здесь собрались, для того, чтобы вы к нам обращались. Мы не случайно разработали вот такую брошюру, не случайно обратились к бизнес-сообществам во всех средствах массовой информации, в том числе печатных издательствах. Поэтому, если есть проблемы, пожалуйста, обращайтесь. Вы нас не слышите. Обращайтесь к нам, пожалуйста, звоните, приходите. Нет проблем. Это не от нас зависит, уважаемые коллеги, не от нас зависит. Это зависит не от нас, это не наша организация. Это организация, которая существует на рынке услуг, ваших услуг, которые вы заказываете и которые вы оплачиваете. Вы же их платите, значит, такая ценовая политика и существует. Если бы никто из вас не платил этих денег, значит, соответственно, цена была бы гораздо меньше. Правильно? Ну так? Да, это понятно. Спрос рождает предложение. Вот и все. Коллеги, коллеги, давайте к базару не будем приходить. Вы приходите в рабочем порядке. Это какой округ-то у нас? Южный. Все, я готов вас принять лично. Приходите, вот, отлично, пожалуйста. Видите. Все, всех троих, пожалуйста. Сергей Владимирович, а давайте по запискам коротко, если можно, еще пройдем. Спасибо. Чтобы... Значит, теперь по запискам. На что обращает внимание проверяющие в первую очередь? Ну, вопрос такой общий, я не знаю, кто написал это, но вы как руководители должны прежде всего, я говорил об этом, знать о своей собственной безопасности или о безопасности вашего производства. Прежде всего, от чего может произойти пожар? Это что? Это чисто человеческий фактор или техническая причина? Значит, электропроводка, электротехническая причина. Так? Дальше, что может способствовать распространению пожара? Это горючая отделка, стен, потолка и так далее. И если уж пожар произошел, то что может локализовать пожар? Значит, это системы пожаротушения, соответственно, если они в соответствии с нормативами требуются, либо системы адресно-аналоговой сигнализации, которые могут известить о том или ином случае в пожарную охрану. Подъездное время у нас по Москве 7 минут. Значит, поэтому вот вы для себя должны решить, что в первую очередь вам необходимо сделать. А обращает внимание инспектор абсолютно на все. И на пути эвакуации в первую очередь, и на то, что я сказал. Сергей Владимирович, я добавлю, вот в этой памятке, которую каждый может взять сегодня, здесь на странице 11 есть перечень наиболее распространенных нарушений, отмечаемых пожарными в ходе проверок. То есть можно все здесь найти. Кто по сложившейся традиции отвечает за нарушения в помещениях, собственник или арендатор, и за какие нарушения? Ну, естественно, арендодатель отвечает за вопрос капитального характера. Если, допустим, мы рассматриваем какое-то серьезное здание, и там несколько арендаторов у нас есть в центре
города, где в одном здании порядка 100 арендаторов. Естественно, если там есть системы жизнеобеспечения, то за эти системы несет ответственность арендодатель. А вот за режим, за мероприятие общего режимного характера отвечает, соответственно, арендатор. Ну, я не буду расшифровывать, я надеюсь, вы уже вот за полтора часа стали специалистами в этой области. Так, можно ли обойтись без предписания и штрафных санкций, устранив оперативно выявленные нарушения при проверке? Ну, вы знаете, Кодекс об административных правонарушениях накладывает на инспектора ответственность. Если он пришел, выявил, значит, он обязан составить административный протокол, во-первых, и, во-вторых, обязан выписать предписание. Значит, второй вопрос, если вы устранили, значит, вас приглашают на разбор для того, чтобы провести мероприятие по административной составляющей, и в этом случае учитываются все факторы, о которых вы здесь говорите. Если нарушения устранены, естественно, на того или иного руководителя будет накладываться предупреждение, а не штрафные санкции там, в сумме 200 там, и так далее рублей. Какое требование предъявляется для нестационарных объектов в мелкорочной торговле? Ну, имеется в виду, что тонары, да? Ну, во-первых, расстояние должно быть не менее 15 метров от жилых, вообще от строений, первое. Второе, электропроводка должна быть выполнена в соответствии с правилами устройства электроустановок. Вот. Дальше огнетушитель обязательно должен быть, сигнализация должна быть, там обогрев, масляный радиатор, вот, собственно, и все, что для тонаров необходимо. Так, дальше. Вы озвучили положение торговли алкоголем. А, понятно. Пожелание. Значит, идет запрещение торговли, да, алкоголем в жилых домах. Я, честно говоря, не знал об этом. Планируете ли МЧС, значит, выдавать лицензии по этим помещениям, как будут, ну, по лицензиям, понятно, вопрос. Вы, наверное, невнимательно слушали, мы от лицензий отошли как от таковых вообще. Мы лицензии, вернее, заключение на выдачу лицензий в департаменте торговли и услуг не выдаем уже сколько? Год, если не больше, полтора, вообще не выдаем. Поэтому, независимо от того, кто принимает какие решения, мы в эту сферу деятельности не вмешиваемся вообще. Какие нарушения безопасности в работе торгового предприятия с массовым пребыванием людей позволяют приостанавливать? Ну, приостанавливать помещение нам позволяет даже не закрепленная ковровая дорожка. Были такие случаи у нас, когда мы материалы направляли в суды по одному нарушению, по двум нарушениям. Не прикреплены ковровые дорожки к полу, первое, второе, нет огнетушителя. Все, суд выносит решение о приостановке того или иного объекта на 10 суток. То есть мы обязаны в соответствии с кодексом, статья 24.5, при повторной проверке материалы направлять в суд. И вот если судья принял такое решение, значит, объект будет закрыт. Ну, еще несколько вопросов. Я считаю, что они не принципиальные. Ответы на них будут опубликованы на нашем сайте. Если так вживую, пожалуйста, я отвечу. Есть вопросы? Спасибо. Мы вопросы обязательно все заберем, опубликуем на сайте. Сейчас, извините, пожалуйста, можно я договорю. У меня единственная просьба, тут поступает довольно много вопросов. Пожалуйста, если эти вопросы не связаны с темой сегодняшнего заседания, сегодняшней встречи, оставляйте свои координаты для связи, мы обязательно свяжемся и вам на них ответим. Вот задавать вопросы сейчас хотелось бы все-таки в первую очередь касающиеся темы сегодняшней встречи. Спасибо. Пожалуйста. Не теряйте времени, понял. Значит, мы отошли от юрлиц и перешли к проверке объекта как такового. Опять-таки, вот если на вашем объекте порядка 100, да, или 50 юридических лиц, мы проверяем теперь объект полностью и планируем проверку объекта, а не юридических лиц. Имеет право, конечно. Еще, пожалуйста, вопрос.
Коллеги, есть вопросы еще? Пожалуйста. Мы привлекаем к ответственности и должностное, и юридическое лицо с учетом той ситуации, которая складывается. Может быть, только должностное, но, как правило, и должностное, и юридическое. Устанавливается новый срок, если там не выполнено мероприятие. Срок. Понятно, да? То есть идет плановая проверка, выдается предписание. В соответствии с, ну, будем так говорить, договоренностью даже. То есть мы же обсуждаем, когда, сколько времени вам необходимо для устранения тех или иных нарушений. Вы говорите, в течение полугода я устраню это, то, пятое, десятое. Все, полгода проходит. Инспектор обязан выйти с внеплановой проверкой. Вот. Если вторично он выходит и нарушения не устранены, значит, по 24.5 материалы направляются в суд на приостановку, и по 19.5 то же самое идет административная составляющая за невыполнение предписания. Еще, пожалуйста. И не понял, если... Полное право имеет. Да. Да. Ну, да. Еще вопросы? Вот там, по-моему, был у вас вопрос. Ну, вот, видите, вы не контактируете с нами. Звонить надо почаще. Вы из какого округа? Из центрального. Какой объект у вас? Так, вот начальник центрального исполнения Фураев, пожалуйста. Значит, вы к нему подойдите. Вот. Он лично, я прошу завтра прийти на этот объект и мне доложите, в каком состоянии находится. Не-не, коллега, вы не смущайтесь. Мы еще вас обиду не дадим. Будут? Не смущайтесь вы. Нет, на полном серьезе, мы по-доброму здесь общаемся с вами. Будут еще вопросы? Пожалуйста. Ну давайте вот по алкоголю Олег Николаевич у нас специалист. Хорошо, давайте так, мы... А, вот это вот, да, напечатано, да? Мы не смогли, честно, прочесть это, поэтому... А? Не требуется. Не будет требовать, абсолютно точно, с этого года. Не будет. Ни на розницу, ни на опт, не будет.
Мы отошли от этого. Значит, а по поводу пива давайте разберемся более. Ну, вы знаете, что пивом тушат вообще так. Знаете, да? Да. Если брать историю, то вот огнетушители изобрели именно на основе вот этого. Когда профессор потушил. Не, и дело в том, что мы даем заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности в зависимости от того производства или от тех веществ, которые там хранятся. Так, коллеги, еще вопрос, пожалуйста. Да? Нет больше вопросов ни у кого? У вас уже будет, к вам уже придет руководитель. Руководитель живого круга с вами будет сейчас. Вот руководитель же, вот. Пожалуйста. Конечно. Ура. Хорошо. Коллеги, спасибо большое. На самом деле, смех смехом, а все-таки я хочу сказать, напомнить про то, с чего мы начали и что я сказал в начале. Что мы рассматриваем деятельность нашего штаба не как формальную какую-то структуру, собственно, штаб рассматриваем не как формальную структуру, и хотим добиваться того, чтобы все решения, которые здесь принимаются, выполнялись. Поэтому вот те координаты, которые даны в этой брошюре, те вопросы, которые были озвучены сегодня. У меня большая просьба ко всем, кто находится в этом зале, и к тем, кто смотрит нас, у нас идет онлайн-трансляция, обращаться к нам на сайт, обращаться по тем координатам, которые есть здесь, в тех случаях, если то, что прописано здесь, не работает. Если, например, горячая линия, которая указана здесь, не помогает, там никто не отвечает или ведут себя кто-то там из сотрудников некорректно или неконструктивно. Если к вам приходят с проверкой и вы считаете, что не проверяют реальное состояние дела, занимаются вымогательством. Если происходят любые другие проблемы, пожалуйста, обращайтесь. Мы их будем как-то собирать, классифицировать и про них рассказывать, про эти проблемы, и делать соответствующие выводы, общаться с нашими коллегами, в данном случае с главным управлением МЧС. На самом деле, если предприниматели не будут об этом говорить, то мы ничего изменить не сможем, потому что я знаю, что у руководства управления МЧС по Москве действительно есть желание эту ситуацию исправить, улучшить и вот эти барьеры снять. Но, опять-таки, если не будет обратной связи, ничего не получится. Мы проводили опрос в телефонный в прошлом году по проверкам, самым разным, там и налоговым, и прочим. И обзвонили очень много предприятий, наши сотрудники, которые проходили проверки. И на вопрос, были ли какие-то проблемы, люди отвечали, предположим, да, там были, а можете назвать? Нет, нет, называть не будем, все нормально, уже все решили, никаких сложностей нет. Но вот если так реагировать, то тогда ничего не изменим. Если вместе будем пытаться что-то изменить, то думаю, что получится. Так что большое спасибо всем, кто сегодня участвовал. Обращайтесь на наш сайт dnpp.mos.ru. Там есть раздел «Штаб» в правом верхнем углу. И вопросы, в том числе по сегодняшнему заседанию, там будут освещены. Там же вот есть вот один из вопросов, где взять памятку о подключении к электрическим мощностям. Тоже все есть там. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Коллеги, не забудьте, пожалуйста, анкеты сдать, которые получили по поводу Департамента земельных ресурсов. Это важно. Я думаю, этот вопрос будет следующим у нас для обсуждения. Начальники окружных отделов, там фойе, соберитесь, пожалуйста.